За сутки в Подмосковье выпала пятая часть месячной нормы осадков. Снегом засыпаны деревья, машины и улицы. Коммунальщики не прекращали свою работу. Представители МБУ «Химдор» вместе с сотрудниками территориального управления и депутатом Совета депутатов Владимиром Сусловым проверили качество уборки дорог, остановок и пешеходных переходов. Основная специфика работы заключается в том, что в нашем округе достаточно высокий трафик, в связи с чем большая часть работ проводится в ночное время. В дневное время мы занимаемся сгребанием снега, в ночное время расчисткой. Опять же, в первую очередь расчищаются это основные магистрали нашего города, после чего второстепенные. Работа ведется в усиленном темпе, отметили специалисты. По регламенту дорожные службы должны в течение 2-3 дней вывести складированный снег с территории городского округа. Посмотрели, как очищаются остановки, обрабатываются реагентами. Ну, в принципе, вот дружбу посмотрели, все удовлетворительно. То есть после такого снегопада оперативно была очищена улица, в том числе и остановочный пункт. Во время обхода также обращали внимание на состояние дорожного полотна и качество содержания дорожных знаков. Об обнаруженных недостатках сообщали в ответственные организации для их скорейшего исправления.